Thank you.
Играй. Все таки сегодня все неожиданно. Короче, я планирую играть как ног из одной казармы Ника и с другим вообще. Посмотрим, что получится. Не хочет играть или завтыкал что-то пока. А, нет, играет все нормально. Завтыкал, значит, чуть-чуть. Ну, в принципе, он почти сразу включился, поэтому будем считать, что ну, все по-честному. Так, допустим, это будут мухи. Мухи отсюда выходить. А отсюда будет выходить пика. Конечно, не проблема. Говорят, так больше получается юнитов, если чем через одного. Черный это 1260. Ну, сейчас накопит. Не будем рвать одно место. На британский флаг. Поэтому просто подождем. Так, а что, он не поменялся, да, опять? Угу. Давай. Не хватает тут человека нам. Ну что, разведываем немножечко тут, сколько можем, по разным направлениям. Ищем четвертую шахту. Так, в принципе, все крестьяне могут, да? Плюс-минус. Ровно пока. Угу. Нашлась у нас шахта тут недалеко. Еду я вкачал, ну не вкачал, конечно же, да. Печально. Ну хватит тут вывести, наверное, посяпов. Хватит. Сейчас я развернуться тут. Нам надо вот так еще сделать, чтобы совсем по-нопски пойти.
сейчас не один остался. Ну ладно, потренируемся просто. Не думаю, что у нас вынесет один в голову. Судя по очкам. Попробуем выйти век тогда. Так, в каком-то угле не хватает человека опять. Так, все, золото качано. И мы копим на топор. Где мы будем добывать дерево? Ну, можно тут, например. В принципе, нормальное место. Вот стоит, не работает, товарищ. Этот человек где-то стоит. Угу, спрятались. Нехорошие люди. Братья Батра, что-то они там попрятались, значит. Пойдем пока разведаем. Чуть-чуть подальше там. Так, что делаем? Наверное, вот так. Потом, наверное, вот так. Так. Сейчас купим 2000 еды. Нормас. Все, и лесочек за деревом. А этих тогда перепрофилируем на камень, чисто гамма. Тут, похоже, был синий, да? А нет. В кого он играет? Надо посмотреть. Пику играет. Значит, будет рашить, да? Угу. Ну ладно. Будем как-то защищаться. Так, что нам надо, чтобы защищаться? 5 минут еще. У нас ни одной конюшни нет. Жесткая тактика выбрана пантерой. Ой. Так, я уже не дип выделил, а крестьянина. Вот так мы сделаем пока. Так. Что пока? Что мой союзник? Нулячий. Так, понятно. Ну, я думаю, надо строить шахты, наверное, да? А, вот же. Я думаю, шахты нет еще. Вот так. И надо строить... Ну, как минимум, одна конюшня должна быть. Это тоже сделаю, может... Придется век рвануть, например. Давайте-ка мы тут соберемся пока. И в кучку. Так, ну и с конюшен тоже тогда через одного. Пока сюда к шахтам. Этого, наверное, пошлем убить разведку. Пушки на передовую. Многостволы нам сегодня не нужны.
Так, ну чё, качаем какие-то шахты. Не хватает тупо крестьян. Ну, скорострелку делаем, это понятно, по-моему. Только вот качаем их по диагонали. Так, ну да, отрядом. 72 на удержание. 36 на удержание. 120 на удержание. 120 на удержание. Тут картечь будет у нас, да? Что надо? 15 тысяч рублей. Так. Вернись пока. Можно коней больше строить вообще-то. Так, это между нами. Нет у меня командиров больше. Построим чуть-чуть. Блин, он идет как-то не туда, короче, куда мне надо, чтоб он шел. И переместимся тогда сюда. Так, три пушки. Да, надо было не срывать, наверное. Бежим. Бежим, братцы, бежим. Так, шахту взрываем, потому что иначе они достанутся нашему оппоненту. Прячемся. Это не сон, я думаю. Всем признакам его поведения.
меня нет казарм, да? Уничтожил их. Ну ладно. Я как раз их хотел удалить. Зато у меня есть... Танюшенька. Так, давайте. Сюда все. Это все сюда. Точнее, пушки наши нет. Проверим. Союзника. Так, ладно. Так, так. Дип, он тут на этой базе. Так, мне срочно золото заменилось. А, у меня нет мельницы тут, блин. Ничего, не давай-то решили идти. Это что такое? Это же вражеская шахта наша будет. Так, где золотишко? Или просто? Рынка, блин, ты может сыграть злую шутку сейчас. Бегом строим рынок. Люди начинаем добывать. Население, конечно, очень большой идиот. Редкость, я бы сказал. Очень большой редкостный идиот. Ну, посмотрим, ладно. Делаю его. Че он стоит? Уже давно на базе бы был по диагонали. Это он уба. Тупейший, конечно, барон. Так, ладно, ну тогда мы, наверное, сверху займем шахты. Чем нам прыжиться, да? Если тут все свободным доступом.
подождал, пока меня снесут. Он пошел. Честно, наверное, игрок. Ну окей, если ты честный, я рад за тебя. Опять нет ни одной шахты, ни одной медницы тут. Да, блин, промазал. Сорян, братцы, промазал. Так, мне тут, наверное, поставить шахт. Тут захватим просто. Такой план пока. Да не пора там, а что он не захватит эту пушку-то эту? За бред. Ага, тут есть рандашни. Ну что, мой тупейший союзник будет играть или нет? Или будет Пантера один тот самый? Так, вот этих надо перехватить товарища. Все время я тут копился, но... Что-то проиграл опять. Как оно так получилось, не совсем не понял. Так, что надо? У нас два скорострела есть. Много еды. Мы можем... Угодно всего выстрел сделать. Игра приобретает интересный характер. Так, это не мое, да? Артиллерия депо. Их надо убить. Тех надо освободить. Реально задолбало.
Так, это можно достроить, да? Так, он опять идет. Опять идет. Надо век, наверное, равнять. Я подозреваю. Мешки. Камни много нарылось, поэтому мы меняем. Делаем шарик. Жесткий стал, кстати. Не все так просто. Можем и не отбиться. Так, ладно, нам надо тогда что, вот это? Да блин. Отбился. Тяжеще сделаем стрелков. И надо сделать подковы, я думаю, да? Почему шахты не делают? Это можно делать. Так, надо сделать прочность.
И надо сделать еще и базу, я думаю. Просто по какую базу века? В принципе, можно базу века замутить, да? А, ну там не стоит. Прям сделаешь сразу. Он тут захватил? Шахту захватил. Так, давай возьмем шахту себе тогда. Все не видит союзник. Не послал от страха смертной казни, да? Так, сюда что? В принципе, 17 века я тоже могу замутить как-то, да? И шахту казарму. Силы, конечно, выстрелы. Вообще-то. Я думаю, надо идти, короче, сюда. Если что, будем отступать. Так, будем учить силы, выстрелы, да? Так. Этих тоже не точно чуть-чуть. Да, сюда. Тут тупо нас больше, как бы. У сорта, у союзника. Неплохо так не стреляли. А, у нас еще пиками пошла в бой. Тактика, да? Тупого раша. Или, конечно, или большего. А, у него 12. У него такой спам. Дикий. Он пошел слишком широко. Поэтому у него... не прокачаны мне. Так, мне даже арта тут подцепилась. Да, это был Мису. Снес меня знатно. Но
Если бы союзник не тупил бы, то это было бы ГГ быстрее вот тут. Или тут. Ну, я тоже ж там экспериментальную тактику пытался проверить, но она не сработает. Ох, ничего себе, он прокачался. Нормально, так молодец. Она не сработала, потому что несу не тот угол атаки принял. Я думал, он по центру пойдет, он взял, а вдоль бортика пошел. Я сорвал содержание. В итоге вся моя оборона разрушилась. И я слился. Ладно, тем временем мы все равно победили. 1-2. И занимаем 70-е место. Лучше нас только Александр. Так. Паузу ставим. Это значит. Так, ну что, где? Игры-то будут сегодня, нет? Давно еще хотел одну такую фишку сделать, чтобы вся армия состояла из отрядов по 15 человек. Это будет прикольно, мне кажется. Это дорого, разумеется. Надо около 15 командиров построить. То есть, соответственно, это 1500 баксов. Игровых. Ну что, 8 человек мы будем сегодня играться. Ну, давайте играться. Ну, не пантерка ждет. Давайте. Бедный Мису. Мы его, конечно, замучили вдвоем. У него был шанс, если бы он немножко разумнее играл. Он что-то распылялся. И ему надо было просто отрезать меня от ресурсов. Это первое. И потом уже вынести этого нуба, на которого я опирался. А он... Почему-то шел
в лобовую. На ресурсы забил. А в этом и был ключ к победе, потому что если бы он меня отключил из игры, то тот из себя ничего не представлял в игру. Вы сами видели, как он действовал. Ждал, пока меня убивают. По диагонали не шел на базу. Ну, короче, страдал какой-то ерундой. Можно же было, пока Мису ко мне пришел, просто по диагонали всей армии туда прийти и все. И ГГ. Good game, well played. Вот. Ну, в принципе, я мог выиграть и сам эту игру. Если бы не экспериментировал. Вот. Ну так мне интересно же. Так, у нас что, Шотландия, да? И Шотландия, это что за дичь-то? А, тут нет века. Зато есть замки и все такое. А, и тут еще нужно добывать еды. Сейчас мы тут развернем все, значит, за Шотландию. Так, ну надо самое главное поставить два железа. И три золота. И все у нас будет хорошо. Меняем весь уголь на дерево. Железо на камень. Почти. Все. Немножко золота. На камень и дерево. Мы заказываем мушкетеров. Ставим в цель. И кто-то играет быстрее в рынок, и мы ничего не смогли сделать. Сори. Все, конец игры. Так, тут поставим шахту. Ну, доменяем тогда дерево. И потом... Еще не хватает, ничего себе. И потом я не понял. А, ну... А, я на дерево, надо на камень. Ну ладно. Это дерево на меня. На всю будущую игру хватит. Так, что не хватает? Еды не хватает. Чтобы сделать одну еду, не хватает еды. Ну, аналогично, да. Так. Вообще у меня 4 шахты. Если что. Это очень круто. Почему-то мало крестьян так. На еде, где они все? Во, вот этих сейчас пошли на еду, наверное. Все, нормас. Сейчас будет все хорошо. Так, золото добивается. Все хорошо. Построю, наверное, 3 барабанщика. Первого сюда. Второго сюда. Так, а третий где? А, третий. Ушел куда-то, давайте сюда. Так, там по кромке засланец пошел, да? Ну, только на него патрончиков купить. Вот. Нам засланцы не нужны. Будем с ними бороться всячески. Так, качаем шахту, наверное.
тут тоже ничего себе. Слушай, ну прям он разведчиком будет работать. Ну прям молодец. Так, и топорик берем. Берем топорик, идем в лес, друзья мои. Что-то добываем. Так, что, золото у меня заняли, да? Где-то вояк-то идет. Сейчас бахнет его. И нам надо камень сделать. Камень и дерево. Так, ну камень, кстати, надо много тут крестьян отправлять. И вот сюда мы еще поставим человека по центру. Не знаю, но кто-то опытно играет против меня. Конечно же. Это чувствуется. Разведки местности хотя бы. Так, все, у нас тут есть, ну, вот эту штучку на рылосе. В принципе, да. Ну вот это тоже. И одну конюшню тоже надо поставить, как минимум. Дальше вот там сделаем тоже. Шесть тысяч золота озверили вообще, что за цены. Короче, надо наладить спам. Да, блин, ребята. Вообще не, кстати, встали на шахту. Давайте как-то отойдем. Так, и надо еще что вот порту. И церковь. В принципе, у меня так-то все. Ну, самый жуткий вариант игры — это когда три казармы, из которых мушкетеры выходят, два замка, ну тогда шахты не будут качаны. Так тоже можно сыграть, но не надо вам лучше. Все-таки мы за прокачку, наверное, больше будем сетовать. Так, конечно, будет у меня две, очевидно. Но просто по деньгам больше не получится. Я подозреваю. И еще 2,5 минуты. Да, уже явно у нас тут не получится ничего такого необычного. А, я не запустил конюшню, про игрок. Ну да. Так, и думайте. Ну поставим, но тут не так актуально. Как актуально тут РДП поставить.
и вот эту шахту вкачать. Вот это актуально. Так, ну пойдем, наверное, попробуем стенку возвести тут. В этом месте. Вот. Соберемся, наверное, где-то здесь. Примерно. Центральную дыру залатаем. Вот так. Ну и будем копить уже на скорострел, я думаю. Не будем рисковать. Поставить башни какие-то, наверное, да? Так, вот три штучки. Так. Что у нас тут? Так, будет рейд. Ну, тогда всех сюда. Ну, есть 14 коней, конечно. Блин, тут дыра, что ли? Вот пипец про игрок. Так, ну вроде бы тут все ровно у нас. Наш союзник норм. Нас порейдили, но безуспешно. Блин, ну тут залатать как-то, я не знаю. Как-то так. Вот интересно, справится, нет? Давайте камень добывать. Давайте только где, да? Сюда вот пойдем. Так, закончились места, да? Поставить. А чё вы пошли-то? Вы добывайте коня. Я вас зачем послал? Сейчас будут убивать меня. Я так не планировал. Так. Скорострелку тогда берем. Да? А, он же еще до сих пор эти стресс. А, нет, я отключил уровень. Так, надо прочность. Это тоже надо так. Прочность стен. Надо вкачать, наверное, стрелков. Так-то. По-хорошему.
Твою просто нет домов опять. Не работает. Зависла игра. А красный вышел, наверное, да? Жаль. Интересно было бы принять атаку синий. Connection lost. Печально. Печально, мы так долго развивались и не смогли сразиться из-за красного. В принципе, шансы были нормальные там. Лимит хороший. Прочное здание бы я, наверное, успел. И, скорее всего, я мог бы еще угодную силу, например, взять к началу сражения. Ну и плюс союзник уже в бок подходил, так что даже если бы я продул, то, по крайней мере, я бы там его помучил бы неплохо в любом случае такой армии. Еще ж крестьяне были на базе. Шансы были неплохие. Ну, жаль, что вот игра так себя ведет. Хвост выходит, и все вылетают. Увы. О, опять будем играть. Давайте. Опять Шотландия. А, опять не работаю. Ну, а то. Ля-ля-ля-ля-ля.
Ну такая вот игра у нас. Меня ждет. Бывает, кстати, ее отпиздит. Но бывает, что это все. Вот, не будем ждать, я думаю. Начнем лучше новое. Но это все вот два раза вылетел, и все, это не в рейтинге. Вот я был на 61-м. Если, смотрите, перезайти, я могу быть вообще за списком сейчас. А, ну вот, это отнялось, стал на 75-м. Вот так это работает в этой игре. И что, снова будет Шотландия? Интересно даже. Сейчас какой-нибудь Восток, наверное. Давненько что-то не за Восточное время. Где ничего нет, одни лучники только. Нет, Франция на этот раз. Так, ну что, вроде бы сейчас работает все. Неплохо, когда видно все шахты. Три золотых. Ну, союзник. Да ничего такого. Сжег складик. Признак мастерства былого. Так, ну чё, как будем играть-то? Мушкетёр. Мушкетёр короля. Кстати, нужно сыграть мушкетёр короля, между прочим. Ну, это, конечно, напряжная тема. И рискованная, я вам скажу. Что-то не строит железо.
Не запустил ВЦ. Да зачем мне нужен этот третий ВЦ? Я не знаю, зачем его строят. Ну так, чисто для красоты сделаем. Где шахта-то, друзья мои? А, вот это? Это 4 уже, да? Да, это 4 шахты. Слушайте, ну так это неплохо тогда. Вполне. Что-то они надухаются. В 9 ро не могут построить. Интересно. Еды нет. Ничего нет в этой стране. Ничего нового. Так, давайте так, чтобы не тормозить. Короче, чтобы в мушкетер сыграть королевских, надо... Ну, как по мне... На плюс 8 качаться. А, там один выше. Это печально. Проверим тогда, где он. Так, делаем. Но мы не будем фанатить на дереве пока. Что? Вот так сделаем. Угу, тут пика. И он напротив меня. Ну, тем интереснее, значит. Так, ждем шахту на прокачку. На плюс 8. Этих сразу сюда. Вот это точнем. Так, надо тут сделать неудобную ситуацию. Для соперника, да? Копили на дип тем временем. Нам надо ускоряться с камнем. Кстати, это играет тот же игрок, который против меня был. Перед со мной в паре. Судя по разведке. Так, я буду всех на фоне отправлять, я так думаю. Что еще не надо? Для счастья. Немножко качнуться и поставить уголь первый. Вот что я думаю, для счастья. И сразу же качаем. Так, сейчас этих попросим вторую конюшню. Дерево вот-вот. Вот они, вот эти мушкетеры. Помню на дереве. 27, нормально.
принципе-то сойдет. Так, еду пока больше не качаем. Сейчас будет важнее поставить шахты и прокачать их. Я думаю, вот так. Так. В принципе, так. Так. Качаем вот это. Ну, мне некого загонять в шахты. Я сниму с дерева тогда людей. Арту эту тоже построим. Это must have. Потому что надо будет и век выходить, и все такое. Так, немножечко придется таки доменять еды. Жутко ее не хватает у нас в стране. Давайте сюда. Так, еще раз качнем. Ну, сейчас уже строители вернутся и наладится у нас производство. Так, надо еще качнуть вот эту. Еще одну арту поставить. Глянет пока. Тогда класс. Тогда ждем уголь. Так, давайте-ка домики. Раз. Два, три. Так, еще домики. Так, вот это я не включил. И сюда охрану не поставил почему-то. Ну, сейчас более-менее стало. Вот так немножечко пополнить, распределимся. Одна пушка. Что я таки не поставил. Союзник сделал веб. Ну, тоже веб уже выбирает, да? Понятно. Так, давайте тогда что сделаем. Такую стенку, наверное, возведем. Алло? Че? Не до открытия этой дверки, да? Так, ну он и веб пошел, значит что, ну надо тоже и веб тогда идти. Атаковать он не планирует, явно.
Ну что, тут осада будет, да? Что, красный решил атаковать? Ну что, мы не пойдем, вышли. Так, я предлагаю начать чередовать. Что у него с казарм-то? Ну, три каза уже. Да он крут, как куриное яйцо. У нас только первое. Думаю, на дереве достаточно уже людей. Так, что у нас тут есть? Башенки нужно поставить. Даже два. Так, давайте так тогда. Франция есть егеря. Наверное, будем их строить. Чего красного? Только-только казарма пошла. Ну, хотя у меня век-то давно вышел, он же шарик открывал.
Свой этап я просто написал мне в Ютубе, что играть научись. Поэтому я попросил его атаковать самостоятельно. Посмотрим, что получится. Уверен, он задюжит. Нежели что мы подхватим там. Это все. Я не буду пока. Ничего делать. Плане. Расширение спама. Я немножко экономику почну. Так, надо побольше на камушек отправить куда-нибудь. Есть еще камушек. Тут небольшой. Тут небольшой. Пора уже, наверное, казу вторую ставить. А, знаете, что, наверное, надо удешевить этих коней дорогих. Давайте вот эту кнопку нажмем. И будет полегче нам сразу. 100%. Блин, закончился лимит опять. Как с лимитом-то быть? Два варианта. Наверное, лучше вот так сделать, да? Ну все, он встал. У него одна пика. Он мух строит из казармы. Так, гиря, гиря сюда, туда-сюда. Чем на вашу почту шахту? 17 тысяч золота. Не прибавляется золото, вот прикол. Не знаю, сколько надо в Франции, чтобы выжить. Мне уже 153 этих королевских коня. Они, наверное, дорого стоят, я подозреваю. Сейчас просто вылетим из лимита. Продолжаем играть в SimCity, друзья. Так, Сиреневый решил, что он может. Поверил в себя. Мы тут будем жить дома. Если что. Возьмем вот эту небольшую армию.
Достаточно будет. И там пойдем. Рыболочек туда. Возьмем скорострельность. Да, пора прокачать там на перед боем. Блин. Все дорого-то стоит. В стране. Это у меня будет армия номер один. Так, ломаем вот этот забор. Тройной. Прям поверил в себя, товарищ. Ну, не знаю, такого себе. Не то. Так. Так сделать все. Так большую, так сказать. Не знаю, я там послал просто на шару товарищу. На его базу. Правильно это или нет было. Время покажет. Я думаю, что это неплохо. В всяком случае враг отступил. Вынужден защищаться. Тут превосходящие силы противника оказались на базе. Но тем не менее мы тут нормально положим сейчас. Так. Да. Сюда. Что там нам надо еще для полного счастья? Ой. Голды нет.
Ничего нет. Что будет ломиться. Кстати, я настроил не на столов, а на фера сворачивается, да? Давайте заходим в узкую щелочку. Да, тогда этих товарищей вот сюда перепрофилируют. Хотя много стало тут зарешали неплохо, я хочу сказать. Здесь еще один лёд. Так, надо еще угля, да? Просто угля не хватило, все нормально. Ну, была честная игра. Самурай против пантеры. Ни хрена у него прокачка была. Ну, не так дикий раз он не взял. Ну, я там такой редут выстроил, что, конечно, он в одну дыру подлез. Он слился. Да, печально. Если бы само сыграл, вот это было бы жесть. Мне кажется, свой топор бы упал там сразу. Я так думаю. Я думаю, что Самуса все-таки играет сильнее на порядок. По моим ощущениям собственным. Так, пойду я мелкого спать загоню. 10 часов. Продолжение следует...